Okay, I'm back. For me, I use Internet Explorer, and then I use Firefox, and then I use Chrome, and then I use Firefox again, and I use Chrome since 2015-ish or 2014-ish until now. So I didn't use Firefox that much. Back then, I did use it as primary browser, but not anymore. People also say Edge is basically the same one as is also Chromium, basically. But I didn't use the Chromium. No, I didn't use the Edge. Don't know, somehow I'm still... I just love using the Chrome. Don't know why though. Формальная часть собеседования окончена. Однако у меня есть один вопрос, мисс Хейвард. Почему вы не остались в столице? У вас замечательные оценки, рекомендательное письмо от Академии. Зачем вы приехали к нам? Здесь у нас по сотне звонков в спокойный день бывает. И по 5, и по 10 минут, и по полчаса бывает общаемся. И одними кошечками на дереве телефонными розыгрышами не обходимся. Даже не надейтесь. В Мидлайне я родилась и выросла. Я знаю этот город и люблю его. Несмотря на то, что здесь проживает не так много людей, как в мегаполисах, Мидлайн кипит жизнью. Везде и во всем. В индустриальном районе, в больницах и школах, в частных домах и апартаментах, на улицах и в переулках. А еще на нашей свалке, от которой страшно воняет каждой весной. Да. И все-таки. Я хочу уберечь Мидлайн, сделать его лучше. Хочу помогать его жителям. Помогать жителям. И хорошим, и плохим. Правильно, что не отвечаете. Делить людей на плохих и хороших, виновных и невиновных, это не ваша задача. Не забывайте об этом. Так точно. А еще, я знаю, как это может прозвучать, но... Всех спасти не получится. Я знаю. Нет, не знаете. Как бы вы ни старались, все так. Пожары, ограбления, насилие. Мидлайн переживает не лучшие времена. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его. Не сомневаюсь. Что ж, тогда увидимся завтра. И добро пожаловать в штаб, Елена Хейвард. Не подведите. Не подведу. Оператор службы спасения Елена. Чем могу помочь? Приветствую, Елена. Это начальство беспокоит. Вы уже на рабочем месте? Здравствуйте, мистер Уильямс. Так точно. Дальше просто Марк, пожалуйста. Вы пришли раньше, чем нужно. Взяли трубку сразу. Может, вам еще и кофе здесь не нравится? Ладно, шучу. Его никто не любит. Нервничайте. Нет, сэр. Держать нос по ветру? Так и надо. Ближайшие полгода вы под моим присмотром. Будем обсуждать ваши звонки и разбирать ошибки. Надеюсь, наши встречи не будут слишком частыми. У нас еще есть немного времени. Если необходимо, можем освежить в памяти основные правила. Не сомневаюсь, что вы еще помните долгие лекции в Академии, но повторить лишним не будет, верно? Да, Марк. Освежим в памяти. Хорошо. Первое и самое важное. Не думайте подолгу над ответом. Второе. Несговорчивость, неврозы, крики – норма. Иногда стоит отрезвить собеседника, но в рамках своих полномочий. А то им еще голову сорвет. Начнут делать глупости, и в критической ситуации это может привести... К смерти. Третье. Всегда задавать вопросы. Адрес, что случилось и так далее. Чем больше знаете вы, тем больше знает отдел. И, соответственно, выше шансы помочь пострадавшему. Правильно заданный вопрос может впоследствии изменить ход всего разговора. Это понятно? Так точно, сэр. То есть Марк. Пятое. Компьютер в вашем офисе нужен для того, чтобы передавать информацию в соответствующие отделы. Ваши коллеги в полях могут сами достучаться до вас по телефону прямо на месте выезда. И последнее, не менее важное.
Мы знаем, что ни вы, ни ваши коллеги не железные. Вы можете божиться, что все в порядке, но вот на самом деле каждая смерть на том конце провода — испытание вас на прочность. Не все вам по плечу. Контролировать ситуацию отсюда, за телефоном, невероятно тяжело. И не опускайте руки. Поняла вас. Спасибо, Марк. Было бы за что. Раз это дело обсудили, готовы приступить к работе? Или, может быть, хотите разогреться? Сыграем сценку, как в театре для младшеклашек. Только если мы никуда не торопимся. Ваша смена еще даже не началась. Есть один сценарий, к сожалению, довольно частый в неблагоприятных районах. Представьте, я звоню в 3 часа ночи. Голос у меня как без 5 минут покойника. Слышен шум машин, дождь тарабанит по металлической крыше. Звоню и говорю: «Мэм, я сильно ранен и истекаю кровью. Времени мало. Расспросить обо всем не получится. У нас с вами всего 3 вопроса на двоих. Действуйте». 3 question. Сэр, назовите адрес. Это 1 вопрос. Хороший. Адреса я не знаю. Телефонная будка. Что вы видите? Вывески, здания. Ищите ориентиры. Похвально. За дождем плохо видно. Деревья, что-то неоновое за ними. Из будки выйти я побаиваюсь. Это был 2-й вопрос. А сейчас задавайте решающий. Сэр, приглядитесь. Это неоновая вывеска за деревьями. Вы видите буквы, цифры, логотипы? 3-й вопрос. House of Pizza. Они не выключают ее, даже когда закрыты. А еще это довольно крупная сеть. Что-то около 6 ресторанов. Полиция и скорая потратят какое-то время, чтобы найти будку напротив пиццерии рядом с парком. Мужчина останется жив. Неплохо. Но можно... Хотите попробовать еще раз? No, let's just start again. Спасибо, Марк. Пока хватит. Я готова приступить к работе. Тогда результативной смены вам. Только на кофе особо не налегайте. Нам-то не жалко, а вам потом не усидеться будет. Не подведу. Не подведете? Кстати, чуть не забыл. Иногда журналисты звонят. Ничего не стесняются, уроды. Так вот, шли этих интервьюеров куда подальше. Они и без тебя сенсации себе найдут. Про нас тоже пишут. А вы что, за новостями не следите? Еще как пишут. Обсасывают любое крупное дело. Либо чтобы похвалить, либо чтобы выкатить претензию и рассказать, как налоги горожан идут прямо в топку. Бесплатно прорекламировали бы House of Pizza, например. Короче, в кафетерии всегда есть свежая газета. Полистывайте, чтобы быть в курсе. До связи, мисс Хейвард. Поняла. До связи, мистер Уильямс. Просто Марк. Пиццу. Какой ваш заказ? А что посоветуете? Пицца на 1 человека? Нет, для меня и моего парня. И мне все равно, сколько растут. Поняла вас. Наш адрес... Ромах Рот, 17. Напитки какие доставляете? Освежающая содовая прямо из холодильника. Дай-ка трубку сюда. С кем говорю? Это Барбара. А
оператор пиццерии. Пицца в срок. Прям в срок? Ну, проверим. А то, мне нужен номер ваших апартаментов. 112. Отлично. В течение минуты приедут курьеры. Лучше откройте им дверь сразу. Да без проблем. Всего доброго, Ю. Пожалуйста, не вешайте трубку. Это почему? Ну! Мы должны убедиться, что заказ прибыл вовремя, пицца горячая, а напитки холодные. Ладно. Тогда повесите, да? Didn't I supposed to just hang up then? Слышишь, шеф, дверь звонят! Проходите, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Доброй ночи. Ночной перекус устраивайте, а девушку держите на закуску, сэр. Ах, вот оно что! Вы ж не пиццерия нихуя, да? Всего доброго и приятного аппетита! I thought I was supposed to just hang up then. Sorry. Здравствуйте, Марк. Вызывали? Здравствуйте, Елена. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, настало время для консультации. По регламенту во время нашего разговора я должен показывать вам образовательные слайды, подготовленные правительством. Да. А с этими слайдами что-то не так? Есть такое. Слишком они оторваны от реальности. Но работа есть работа. Так что поглядывайте на слайды, читайте, вдруг найдете что-то действительно полезное для себя. Но это вряд ли. Приступим. Что касается вашей работы, вы устроили представление, конечно. Знаю, простите. Я даже не знаю, как это интерпретировать с точки зрения правил. Если на нас подадут в суд, вас это не коснется. Вы сделали свою работу хорошо. А наши юристы уже готовят защиту от возможного иска. Но вы, Елена, конечно, актриса. До самого занавеса отыграли. Талант. Спасибо. Наверное. Я не могла придумать способы лучше. Однако, боюсь, что такая практика может привести к репутационным потерям. Наши дела не должны подрывать доверие граждан. Журналисты все узнают, если еще не... Интересно, у нас сейчас в штате работает хотя бы одна Барбара? Не повезло ей. Театр театром, но старайтесь не устраивать цирк. Договорились? Да, Марк. Что касается результатов звонка, главное, все остались живы и невредимы. Разве что мистеру Пепперони светит небольшой, но срок. Вы вырвали девушку из лап настоящего тирана. Хвалю. Секрет вашего успеха – это то, что совместными с девушкой усилиями вы не довели этого негодяя до рукоприкладства. В ином случае все могло бы закончиться иначе. Стараюсь изо всех сил, Марк. И это видно. Свободно. О, oh, that's all. О, oh, красная.